можно же сделать вообще все, что угодно. Как-то грустновато. Вот, вот это есть флаг Латвии, слово Латвии таким шрифтом написано. Это официальная логотип. Есть еще колесико, но это чисто группа. И все слишком формализовано. Какое-то свидание, выбрать панус. Короче, на панус, потом сразу мечтать. У нас до этого было... Подвиньте поближе, хоть здесь слышно. Давайте вам их представим. Давайте аплодисменты по всем участникам. Алло. Где аплодисменты, они уже вышли, да, молодцы. Да, в отличие от некоторых. Да, под номером. Ну, кому-то у вас не повезло, ну что? Да, кому-то не повезло. Повезет в другой раз. А минуте молча. Начнем с представления девушек. Под номером 1. Игорьевская идея. Что-то вроде по 6 должно быть человек. Хватило, видишь. Да, кто-то перепрыгнул на пасеку, примыкай и одну вещь везде. Они все переживают, волнуются, такие скромные, так что громко повезет, да. Номер 4, Каринина Наталья. Наталья Олеговна, да, все не знают, работаем. Номер 5, Кисева Татьяна. И номер 6, Китова Светлана. Все молодцы, я даже не знаю, все как выбирать лучше. А еще так все лучше. Так, ну и мужчины наши вообще. Номер 1, Китов. Кто-то не доехал, похоже. Номер 2, Михаил Шотов. Это слабо вообще. Номер 3, Василий Алексей. Номер 4, Виноградов, Сергей чуть попозже подъедет. Номер 6, Корнилов Дмитрий. Номер 8, Гатин Алексей. Ну что, я предлагаю начать первый конкурс, первое наше состязание. Начнем с девочек. Так. Да, для девочек мы поставили, как вы видите, все фигурные вождения велосипедом. А тех, кто велосипедом, давайте тоже зрителям покажем. Болезнь, девчонок. Девчонки, стартовую зону. Мне нужен Артём. А, подождите, я забыла Кристину представить, конечно. Да, у нас среди этой толпы есть студии, люди, которые будут ставить баллы и выбирать, собственно, лучших и лучших. Соответственно, Дима Артём, Суприн Юрий, Серёг Алексей, Белова Ирина, Лиция Алгрея 2019, между прочим. Так, Иванова Ольга и представитель нашего замечательного спонсора магазина «Red Fox» Людмила Мир, Крылов Сергей. Ну и я, в общем-то, тоже, да, всем нам можно похлопать, мы молодцы, мы все это слышали, хочу передать микрофон Артёму, который расскажет девочкам, как они будут проходить фигурку. Что нужно будет здесь делать? Нет, это, скорее всего, станет официальная форма фигуры. Нет, вообще все прикольно, но единственное, что такое вот сочетание оттенков какое-то немножко оно черное. Итак, сейчас темноватое, грустноватое. Покажем девушкам, участницам. Ну, не желтое, но там вот у нас как три желтых. Движение. Все внимание на оттенки. Все зеленое. Ты даже лучше меня знаешь, как надо ехать. Ехать по стрелкам. Ну, как-то да. По стрелкам. Внимание, все участницы. Ну, я не член. Начинаем ехать, движемся по стрелкам. Ни в коем случае не задеваем стоящие конуса. Делаем восьмерку, потом как объехали конуса. Въезжаем в небольшие воротики. Да? А дальше вот сложный момент. Нужно взять предмет в виде бутылки с водой и аккуратненько поставить ее на место. Самое, наверное, сложное. Это одно из сложных, да. Дальше приезжаем под планкой.
Вот Петя проехал не так, как надо. Ехать надо вот так. Это важно очень, важно. А как там проехать? У Пети как бы тут ничего нет, поэтому его наклонил. Дальше, очень важно, обратите внимание, стоят кубики. Видите, посередине между ними ни в коем случае педалями не сбиваем кубики. Кто собьет хоть один кубик? Волгу. Проходите. Пониже. Дальше. Внимание, выезжаем, объезжаем вот тот крайний полос. Нет, я буду падать, все. Возвращаемся назад, объезжаем снова все настоящие конуса на место старта. Все, это финиш. Еще разочек. Ты понял сам? Давайте еще разочек проедем, Петя. Давай. Ну, короче, сейчас судить не будем, все очень серьезно. Выезжаем. Петя. Выезжаем. Объезжаем. Я вам как-нибудь пришлю сегодня. Ничего не задеваем, потому что каждый надетый предмет — это минус балл. А вот тут не нет. Вот теперь есть, как будто бы она есть. Без бутылки никуда. Берите любую, какую удобнее. Да, это не важно. В общем, берете, доезжаете до него места, приложить бутылку из руки в руку, заметьте. Объезжаете конус. Здесь делаете вот так. Я могу показать, как делать, да. И не надо. Он медленно. Делать не надо. Пошел вверх. Реквизит сломал. Ну, в общем, вот так. Дальше приезжаем. Ни в коем случае педалями не задеваем. Я очень большой. Какие ворота, как это быть? Я не знал, что у меня будет. Я только могу быть футбольный проект. Первый раз я. Смотрю, как это происходит. Назад приезжаете, как угодно, попадаете назад и на место старта. Все, это финиш. У меня есть еще время, я стрелочка. Кому-нибудь надо? Не надо. Города отращу. Назад мы с змейкой, да. Городу пришли, говоришь? Да, как у папа. Проводить дело походы по Сыргеям. Вот это и купи себе с белой. Лыжники. Слышишь, Вань? Ну они обойдут нас. Вань, правда, купи себе такую футболку с белой квадратиком. Да. Чтобы он только чтобы борода не закрывала. Я повторюсь, раз только сделаю. Ну, спортивная тема. Иван тоже начал бороду опускать. Матвеев. Матвеев просто Большой велосипед не проедешь. Да, на твоем будет. Что с твоим ростом?
Нет, там кто-то показывал. Нет, седло успокоится. Прикольно, фото. Ура! Она проехала по дефенту, но я не верю никак. Сейчас нас сложнее все. Да. Второй номер. Нет, Саша, молодец. Скрини майфон и Сашу. Давай, поехали. Здесь мы могут подбадривать, поддерживать. Представляете, как это спорт вообще делать? Реквизит пострадал. Так, да. С бутылками они не... Слишком быстро. По вторникам не ездят. Потом жалуются. Нет, удавалось. Удавалось.
Не, ну блин, они как бы неустойчивы, там нет днища. Ну платье, оно, да, оно больше, это пружинит. А, смотри, оно вообще полностью с одной стороны мягкое.